От села Старая Рачейка до районного центра Сызрани почти 45 километров. И этот путь проделали не жители, а мобильная группа медиков, чтобы у сельчан была возможность сделать прививку от коронавируса рядом с домом. Раиса Некрасова сделала первый компонент вакцины, потому что на праздники приедут гости, нужно обезопасить их и себя. Общаться боимся все, а тут с прививкой, наверное, нормально будет. Это уже не первый крупный выезд медиков в село. Ранее вакцинировались более 130 человек. В этот раз желающих не меньше. Многие пришли на консультацию уже после вакцинации проверить свое здоровье. Я пришла провериться, сказать, что мол, у меня все хорошо, ну и помериться давление. У меня вот семья такая, что внучка медик, она сейчас вот в красной зоне работает и учится на 6-м курсе. У меня племянница с мужем, и их дети тоже врачи. Все говорят, делайте, делайте. Хотите жить, делайте. К маломобильным жителям, которые не могут приехать в стационарный пункт на прививку, медики выезжают на дом. Процедура такая же – осмотр терапевта, заполнение анкеты и при отсутствии противопоказаний вводят вакцину. Мы приезжаем, мы должны осмотреть пациента, вакцинировать его, дождаться, нет ли реакции на прививку, и осуществляется дальше выезд к другому. После вакцинации у человека появляется уверенность, да, что он может общаться открыто. Но мне кажется, это такая как бы истина уже всем понятная, а вот то, что это стало доступным, это тоже это большой плюс. Медики Сызранской районной больницы объезжают 10 крупных сел и 28 небольших поселений, где проживает менее 100 человек. Доступность вакцинации и получение медицинских услуг рядом с домом, где бы человек ни проживал, одна из целей модернизации первичного звена здравоохранения. Работа над повышением качества и доступности медицинских услуг – часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей еще в 2018 году. На сегодня в регионе сделали прививку от коронавируса почти 290 тысяч человек, 195 тысяч жителей ввели оба компонента вакцины. Светлана Кудрявцева, «События».